Друзья, приветствую всех тех, кому довелось быть гостем на моем авторском канале Адам Кавендиш. Итак, небольшое вступительное слово. Перед тем, как я продемонстрирую небольшой эмоциональный ролик, и, между прочим, я его снимал, готовил, так будет более точнее, дня 3-4, я бы хотел сказать о том, что бывает в нашей жизни, друзья, категория людей, которые любят сувать свой нос везде, куда попало, или особенно, куда не надо. Это бывают мусора, это бывают политиканты, это бывают всякие рода богатые, буратины и так далее. Потому что простой человек обычно, он более смиренен, более кроток, более скромен. Итак, если даже так и случилось, что встречается вот такой вот тип, который любит сувать свой нос не в свои дела, значит, его должна ждать какая-то кармическая кара, бумеранг, скажем так, расплата. И расплаты бывают разные. Бывают и такие, и этакие. А бывают расплаты очень серьезные и очень жесткие. И вот об одной из такой расплаты и мой сегодняшний фильм. Итак, смотрим. Соблазнитель. Oh God.